Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Ой, боже, где они? Давайте скажем заклинание, поколдуем то чуть-чуть, и они должны появиться. Махалей, махалей, бу. Ой, не то заклинание сказала. Абракадабра, швабра, явись, посылки появитесь! Ой, 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 двое посылок. Вот и чудо. Давайте откроем. Очень много мы доколдовали. Очень хочется посмотреть, что же там внутри. Вот такие. Как надо открывать посылки? О, моя посылка уже ждала своего появления. Это вот такая вот заколочка. Тут листики. Листики золотого цвета. Вот такая вот красивая, модная. Моднявое, прилагательное, существительное дело. Вот, и давайте откроем следующий посыл. Уже не стерпешь. Беленькую откроем, я уверена, что там украшение. Ой. Да, уже просвечивает. Это какой-то браслет, я вижу. А, уже ожерелье. Я помню, у меня был такой браслет, такая птичка. У меня теперь ожерелье появилось. Круто я чувствую. Но я его одевать сейчас не буду, потому что у меня тут ушки, понимаете? Такая вот красивая золотая птичка, ласточка. Она летит, летит. И вас требует, чтобы вы подписались на чей канал? На мой канал. Кто молодец? Я молодец, по-другому. Подпишитесь, 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 я жду. Тик-так, тик-так. Все, подписались, молодцы, молодцы. Давайте дальше снимать. Что-то объемное, что-то мне очень интересно, что тут лежит. Что-то деревянное. Ой, как мило, такое можно нести. Это такие типа доклады, котят, это все достану. Ой, они уже открыты. Эй, котик. Да, у меня уже тут один котик, конечно, обклеился, я его беру. Это вот такие вот котята, белые, черненькие, какие-то бантики, которые ожерельем, какие-то вообще в день на голове, какие-то тут лап написано. Вот такие котики. Ой! Ой-ой-ой, что-то я нашла. Я не знаю, давайте откроем. Я не знаю, честно говоря, что для чего это надо. Это какая-то нитка. Давайте же разгадаем, что это такое. Пишите в комментариях, как вы думаете, для чего вот эта нитка нужна для этих деревяшек. Чтобы котиками вот этими держать фотографии. Кот вам нравится. Мне нравится вот этот черненький с бантиком. И вот этот беленький. Мне все коты нравятся. Они такие милые. Милые. Не милые, а милые. Открываем следующую посылку. Тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик. Ой, я знаю, что это такое. Это специальная такая, типа губы. Туда вставляешь зубную пасту, и он вот так потом типа выдавливаешь, и зубная паста выдавливается, когда не можешь выдавить зубной пасты, потому что она заканчивается. Вот такая вот штука губы. Такие вот розовые губки. Как следующую посылку? Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик.
быть, я не буду это открывать, потому что это подарок, можно подарить. Это такое ожерелье, тут со стразами, оно серебряного цвета. Вот и открываю. Сейчас страшно, вот такое ожерелье. Можно подарить подарок. Так, посмотрим. У меня тут что-нибудь еще есть? Есть! Наверное, это последняя посылочка на сегодня. Там колечко, там колечко, там колечко. Тигр есть, коты есть. Ой, пилоты есть, коты есть. Не хватало только тигра. Хотите, я вам расскажу, то, что вот такой вот, короче, тигр, здесь стразик, я его покажу. Вы знаете, что следующий год свиньи, потом 2020 год, это год крысы, 2021 год быка, мой год, 2022 год, по-моему, тигра, 2023 год кота. И, по-моему, 2024 был год змеи, если не ошибаюсь. Вот такой вот тигр, тут у него полоски, золотой тигр, редкий, милые колечко. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Мы еще увидимся, я знаю это. Всем пока. Увидимся. Ла-ла-ла-ла-ла.